На третьем татаме победу одержал Ислам Магомадов, Северокавказский федеральный округ. На третьем татаме приглашаются Семен Долженков, Санкт-Петербург, Михаил Казаков, Приволжский федеральный округ. На третьем татаме готовится Сослан Абаев, Северокавказский федеральный округ, Глеб Никоненко, Центральный федеральный округ. На первом татаме победу одержал Максим Дорошенко, Южный федеральный округ. На первый татаме приглашаются Никита Маликов, Дальневосточный федеральный округ, Аскер Волсов, Северокавказский федеральный округ. На первом татаме готовится Арсений Рядов, Уральский федеральный округ, Владимир Кравцов, Центральный федеральный округ. На третьем татаме победу одержал Михаил Казаков, Приволжский федеральный округ.
На третий татами приглашаются Сослан Абаев, Северокавказский федеральный округ, Глеб Никоненко, Центральный федеральный округ. На третьем татами готовится Михаил Любарский, Москва, Сергей Печенко, Северо-Западный федеральный округ. На втором татами победу одержал Расмаджон Юсупов, Уральский федеральный округ. На второй татами приглашаются